Итак, одно из главных событий дня – турнир по смешанным единоборствам начинается прямо здесь, на центральной площади Шахтерска. Октагон поставили прямо на траве. Сотни зрителей собрались посмотреть, как 15 пар бойцов из всех районов области, от Южно-Сахалинска до севера острова, будут сражаться за звание сильнейшего. Последние минуты перед боем бойцы проводят здесь, в микст-зоне. Кто-то нервничает, у кого-то на лице отражается железобетонная уверенность в себе. Анастасия Лейком из тех, кто волнуется. Ее соперница очень опасна. У нас была совместная тренировка, я на нее смотрела, поняла уже, как она работает, так что знаю, как выиграть можно будет. Но теоретическая подготовка Насте не помогла. Нателла Чхрикян сваливает ее мощным ударом в нокдаун. Продолжать бой упавшая отказалась. Вслед за девушками вступают профи. И сразу эффектнейший бой. Иван Костырко всю схватку отстает по очкам и раз за разом теряет выгодную позицию. И неожиданно во втором раунде сумел провести классный захват. Победа сабмишеном. И, наконец, главный бой дня. Юлиан Красавин против Спартака Новоразбекова. Новоразбеков пытается закончить все в первые минуты. Переводить бой в партер против опытного бойца почти самоубийство. Красавин выдерживает бешеный натиск и сваливает противника, спокойно завершая поединок удушающим приемом. Соперник – базовый ударник. Но получилось так, что я у стойки, в принципе, переигрывал, я почувствовал то, что у меня получается, хотел продолжить там. Вот. Но получилось пару моментов, когда я увидел, что тоже можно здесь сыграть, вот, вырвать победу, закончить досрочно, я этим воспользовался. Участники получили за турнир кубки, медали и денежные призы. Увеличится количество их рейтинговых очков. Это позволит им вступать в бой с более сильными соперниками. Сергей Суханов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.